Всем доброго времени. Решил с вами поделиться, как легко просверлить отверстием нержавейки. Вот нашел кусочек листа такой, толщина 1,8. И как ее легко просверлить, нержавейку. Значит, берем обычное перо для керамической плитки. Открываем его. Вот такое перо. Зажимаем патрон дрели. Немножко нужно капнуть масла для облегчения. Сверлим. Сверлим на средних оборотах. Можно масло еще добавить немножечко, чтобы не так сверло грелось. Вот с пером все нормально. Добавляем еще масло и небольшую. Ну, для показа хватит, чтобы вы понимали. Стираем окалину. И вот такое отверстие получилось. Ровненькое все, красивое. Замеряем. Получилось на 16,5 отверстий. Вот так легко можно просверлить вот таким пером для керамической плитки отверстие в нержавейке. Ставим лайк. Всем спасибо за просмотр.